Спасатель – профессия мужественная, отважная, серьезная. Дело далеко не женское. Но для учениц 5 А-класса Одинцовской гимназии номер 13 это лишь навязанный обществу стереотип. Алиса и Мирослава мечтают спасать человеческие жизни. Эта профессия, она хорошая, добрая. Можно помогать людям, можно помогать животным. И, кажется, мечты школьниц начинают сбываться. Утро четверга для них прошло увлекательно. В гимназию приехали спасатели. Помимо жизненно важной работы, они занимаются популяризацией своей профессии. Проводят занятия, демонстрируют оборудование, рассказывают о своих буднях. Каждый раз, заезжая на подобные мероприятия, всегда испытываем очень большую радость, когда видим, что дети очень сильно интересуются нашей профессией, а большинство после того, как мы рассказываем, хотят прийти именно к нам. Гидравлические кусачки и ножницы, кувалды и спинальный щит, устройство пожарной машины. Школьники погрузились в атмосферу чрезвычайной ситуации и примерили на себя новые роли. Сами спасатели признаются, видели много девушек, которые прекрасно исполняют свои обязанности наравне с мужчинами. Больше всего у них получается оказывать пострадавшим первую помощь, но пятиклассниц привлекло далеко не это. Наверное, бензопила. Ну, потому что с помощью бензопилы, если человек застрял где-то в пещере или в буреломе, то можно взять бензопилу, ну, распилить вот это деревья или камни и спасти человека. Ребята задавали вопросы и внимательно слушали ответы профессионалов. Примерить экипировку спасателя, подержать в руках настоящие инструменты, посидеть за рулем пожарной машины – возможность редкая. Но такой ценный опыт точно поможет сделать полезные выводы. Прежде всего, понимание того, что они защищены, что их всегда в случае необходимости спасут. Чем мы занимаемся, чем работаем, куда они могут прийти, чтобы стать такими же, как мы. Ну а пока впереди школьные годы и много времени на то, чтобы определиться с профессией мечты. Олеся Лукина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».